На углях можно приготовить очень много различных блюд, в том числе и грудинку. Для этого ее необходимо заранее замариновать. Мясо получается очень вкусное и сочное. Мясо получается очень вкусное, ароматное, нежное и сочное. Кушать его лучше всего сразу в горячем виде. Это один из самых вкусных маринадов для приготовления мяса. Грудинку нарежьте на кусочки. Отдельно смешайте горчицу, сметану, соевый соус, соль, специи и базилик. К мясу добавьте нарезанный лук. Смешайте мясо с маринадом и оставьте на 3-4 часа. Затем мясо отделите от лука, выложите на решетку и готовьте на горячих углях. Приятного аппетита!